Мы поздравляем Максима и Настю и по очереди скажем о них несколько слов. Сначала скажу я, потом скажу Коля. Максим, Настя. А если по алфавиту отсортировать, то Максим сначала, да? Ура! Вот чёрт. А, нет. А если Анастасия? Йоколомене. Анастасия, а потом Максим. Очень хорошо. Настя, до 28 мая сего года я не видел тебя лет, наверное, 25. Да ладно? Вот. Да. Какие 18? 27. Вот в этом парадокс. Да. Значит, Настя, я тебя увидел и думаю, господи, ты такая же, как вот тогда была в летней школе. Совершенно не изменилась. Я очень тебя мгновенно узнал и очень за тебя порадовался.